Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы начинаем играть в Space Hulk Deathwing. Купил за пятерку. Хотел тупо попробовать, что же это за такое. Ну, если за пару часов совсем плохо не станет, то может быть даже что-то и поиграем потом. Локальная система, да? Инструктаж. Brother Librarian, the initial boarding strike is proceeding, but we have lost contact with Squad Gideon. Your sensorium should receive Gideon's beacon signal, though it will be weak. You need Squad Gideon to secure the breaching zone. Locate them as quickly as possible. When you are successful, proceed to secure the landing area to establish the full bridgehead. Praise the Lion. О, господи, как они там это самое. Сенса, ладно, давайте. Высадка. Давайте, Штурмбольтер. Брат Вархиль, Штурмбольтер. Штурмовая пушка. Психосил нету и не надо. Для начала все и так хорошо. Это просто мои соратники. Ну что ж, ладно. То есть я псих. Ну, в смысле, этот... Псайкик. Так, это брат Наум тоже такой. Молниевые кости, когти. На штурмбольтер, штурмовая пушка. Давайте, и я, собственно, да. Давай, высадка. Блин, как-то. Что здесь творится? We start seeking for Gideon, Squad. We're sending Gideon's beacon channel to you. Swift vengeance. Так, пробел тут ничего не делает. Так. Вот фонарик на Т понаставил. Guard me, guard, ничего тут. Так, что тут у нас? Что вообще не кооп, а так показалось. Это как коопоподобная хрень, которую придумали. Оба. Так, что там? Какая-то хрень. Ну что, я могу сказать, что ребята, которые делали... эту игру Streamon Studio, они разбираются в этой самой в готической архитектуре, наверное. Вот. Может быть, они поэтому и решили. Да, где там, блин. А тут как-то мапу можно взять? Да, тут такая фишка была, что я обучение записал в очень неправильном формате. И поэтому вы видите уже продолжение игры. Что происходит? Мы идем.
хочешь открываться, не надо. Я не заставляю. Что мне не понравилось в обучении, что там какой-то глухой звук. И вот реально ребятам, наверное, бы стоило скооперироваться с теми людьми, которые делали механикус. А вы задрали. Где все? Блин, подождите. Извините. Видео. Нет, не видео, игра. Игра и назначение клавиш. Вот. Тактическое меню. Быстрый приказ. Фонарь, ячейка, приказ следовать. Это все мы сюда на понавешали. А, вот. Ага, мы находимся где-то здесь. Они находятся где-то там. То есть... Ага. Так, а нам нужно куда-то туда. То есть, здесь у нас отсечено. Так. Так, 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 так. Человек. И не туда. А туда нам нельзя, потому что что? Потому что закрыто. То есть нам нужно в этот самый ядреный реактор. Что происходит? Кто здесь? Почему здесь? Всем магам-исследователям и прочим искателям сокровищ. Хвала, внесение знаний силы. А оно как бы... А, ну я же синглплеер играю, чё-то. Так. Похоже на какое-то святилище, да. Во славу императора, но не здесь. А, еретики, еретики. Ну да, и когда не валится все, это просто какой-то трындец. Ну, трындец, потому что это выглядит не кузяво. Я понимаю, что они уже... Хотя, конечно, эстетика хорошая. Ну, эстетика благодаря непосредственно этим товарищам из Вахи. Довольно так. Так, туда, туда. Thank you.
Нас закрыли, что ли, куда-то? И не пускают? Или нет, или мы... А, нормально все. Идем. Ползает всякая дрянь тут, а? Гардите меня, гардите. Кишки, кишки, кишки. Братья. Броза. Ну, типа, это неправильный переход. Вот эти полугинокрады. Так, на таб нужно было на эти с... контролы навесить. Вот, тень, кстати, хорошая вещь. С точки зрения реликвия. Реликарий. Так, нам сюда. Так, нам туда вот не надо. Нам надо идти дальше. Что-то не туда нажал, да? Ладно. Что тут у нас? Ага. Ни хрена непонятно, но очень интересно. Ладно, пойдемте дальше. Я не тот зажал, по-моему. Вот баг, да? Типа больше. Anomalous signal. Пойдемте посмотрим, что там у вас за аномальный сигнал.
не это самое. О. Важная реликвия. Туда надо, да? Все-таки. Только сейчас придумал, что надо использовать эту хрень. Это просто гений. Так. Ну что, мы проверили? Да. Reactivate the defense grid at any cost. Our foes approach quickly. We must reactivate local defensive systems to secure the bridgehead. И что это значит? Это значит, что... Так, что-то у нас по необходимостям. Что это такое, вот этот вот щит, что ли, или что? Или силы? Так, я все-таки поменяю на таб. Настройки. Left Alt. Таб. Пускай будет таб. Это и карта, и все остальное. Как-то так, да. Применить, да. Угу. Liquid Note. Что это за... We are receiving strange signal echoes. А, вон там карта внизу, я что-то не заметил. Экран большой, да? Не видно все сразу. А чё они такие не разбросаны-то? По частям. Так, Strange Echo Signals. Нам нужно в ту сторону. Так, так, назад. Блин, почему... Thank you.
Дайте перезарядить мой Vengeance. Ага, вижу. А, блин. А, черт побери. Блин, ну как вот так можно? Этой игре уже сразу же нужен либо мега патч, если это уже Enhanced Edition, блин. Либо... либо вторая часть. Где куча всяких проблем было бы исправлено. Но это, блин, это та же фигня, что у них была с Некромондой. То есть вроде бы все на месте, но, блин, какая-то хрень. Вот. Все на месте, но что-то не так. Так. Нам нужно сюда, то есть сейчас прямо смотрим и налево. Налево, да? Чапель Перилиус. Чапельник. Ну, наверное, я сделаю пока что такое ощущение, что... рекомендовать игру, наверное, я сильно не буду. Ну вот, за те несколько минут, которые я играл. Но... рефандить тоже нет. А, вон там еще какая... тут бегает какая-то шваль, да? В какой-то мере там все эти болтган, там вот этот вот. Который недавно определили Space Marine, они, может быть, даже интереснее будут. Хотя вот... мне нравится, что они тут наделали всякого такого, вот этого тактическое использование вот этих вот. Ну, то есть... под настолку. Это такое сочетание интересное получается, но да, я не знаю, как это... есть такие игры, в которые они вроде готовы, а вроде надо делать какие-то эти самые. Ты даже не можешь сказать, вот как бы, да просто переделать надо. То есть lack of style, то есть как бы, я не знаю. Да. Пойдемте уже отсюда. Ну, пойдем.
Может, как-то на троих все-таки можно. Чип генератора. Activation of the generators has woken a dormant gene stealer swarm. It is time to establish the bridgehead to allow the main force to breach. Go to your assigned battle zone with your command squad. Хватит плацдарм. Может прямо отсюда это самое и все и свалим нахрен. А то какой-то вот это вот все. Такой, блин, шутерок на вечерок, да? Сейчас ощущение, что я зайду в Dark Tide, скажу, что херня малята, давайте начинать по новой. И на этом моя любовь не любовь. Да, yes it is. Куда? А, обратно нужно. Фистфат. А, блин, ребята, отходите. Пойдемте. Надо было тебе, блин. Че это парирование-то дает, Екана? Баба, я не понял. Я понял. А ты еще не сразу разрубает силовым мечом-то.
Идемте нахер отсюда. Ага, ага. Чтобы они не овервельмили, надо проходить по правильным путям. То есть сюда, сюда. Попробуем, ладно. Давайте сюда, ко мне. Гардите меня. Блин, все через жопу, господи. Там нажал, там убрал, блин. Чё сложного-то? Сюда отходим. Да, с одной стороны да, с другой стороны ты все равно не можешь там сильно херачить из одного оружия, из другого. Туда, сюда, сюда, туда. Не, пойдем сюда вниз. Давай, блин, заходи, мудила. Страшно, ненавижу ботов. Та-та-та-та. Открывайся сам. Так. Может, я могу лестницу использовать, нет? Get me a fucking plazdarm. Zenus Horde incoming. Opposition. Glory to the Emperor. Glory to the Lion. Glory to the Emperor. Glory to the Lion, да? Подождите, вы что? Что, тут даже как-то не поднимаешь этого товарища? Полечи меня, фотограф. Пу-пу-пу-пу. Ладно.
А, нормально все. Пойдемте. Че я пришел сюда так? Отдохнуть, да? А с этим че? Куда стреляешь ты? О, а ты откуда появился? Теперь такое восстановление через какое-то время идет, да? Ну, сейчас я уже тупо жду, чтобы закончить и все. А, красавчик. Тут, наверное, надо было бы... Да ну нахер, блин. Что это такое? Особое задание, посмотрим. И что это такое? Что? Твои победы на борту Алефрос значит, что мы можем теперь via телепорт. You can now access explored areas of the Alethros from here to complete additional. Ну давайте попробуем, что за фигня. Глава 10. Офигеть! Я еще туда не зашел, а вы мне уже предлагаете главу 10. Инструктаж. Brothers, you're being sent back to the Alethros in order to complete an urgent extra mission. Bring glory to the chapter. For the Lion! Давайте посмотрим. Вы давайте я когтями буду. Психосиловой топор, хренаськи. Силовое коло, топор, когти. Давайте когти. Буду.
Сидером. Интересно. Ладно, понеслась. Вы чё я, чё мы, чё мы, чё вы? Пардоньте. Что это такое? Ладно, хрень какая-то. Я тигр. The Sensorium has detected explosives nearby a significant reserve of Promethium. We must defuse the charge to prevent this disastrous explosion. Так, надо это пропустить, потому что, блин, настройки. Игра, замедленная съемка, применить, ибо нехер. Я злой и страшный серый волк, блин. Да. Я в пару сяток знаю толк. Блин. Бежи тут на меня с этими. Он невидимый. Флёр. Ой, подожди, еще. Вот что еще надо было поменять. Не на Q, а на F. Парировать Q. Применить давайте. А вот настройки, понял. А вот нет. Это на правую кнопку, а вот это вот на Q. Давайте попробуем так. Ага, все, понеслась. Да-да. Что здесь творится-то? Блин, какой он медленный, трындец. Фигня какая. Такой медленный, что... Та-та-та-та-та. Да похрен, давайте вот. Так, подожди, что там? Пароль. По кодексу, херодексу, чё за фигня? Подожди, вот давайте здесь. Присоединиться. Попробуем. Ну давай, вот этот ваш класс. Кто это такой? Адское пламя. Кто такой? Кто это такой? Как вы его обзываете-то? Тяжелый огнемет. Ну давайте, он прикольно выглядит.
Ладно, пойдемте. Блин, эти спецэффекты, они все убивают к чертям. И что мне дробь. Пошли. Ну, могли бы уже постоянно сделать это самое. Да, блин, идешь как калеченный. Do you feel like you're Terminator?
Так-то гораздо веселее, честно говоря. Ходячие танки, якорно бывает. Ладно. Какая-то душная игра. Конечно, звуки тут просто такие, все такое. Нет, явно надо поиграть в Dark Tide, чтобы понять, оно или не, или оно не оно. Даже первого уровня не достиг. А что это значит? Новая компания, сетевая игра. Да, в общем, такая специфическая игра. Я даже не знаю, что про нее сказать на самом деле. То есть она вроде... Вроде что-то в ней есть, но опять же, как и в следующей игре это от этой студии Stremon Studio, такое ощущение, как будто она недоделана. И я что-то как-то сильно сомневаюсь за нее. Вот, скорее всего, я сейчас проведу сессию в Dark Tide, и если там гораздо больше кайфа, то я, наверное, скажу, что я верну деньги за это, за этот Space Hall Deathwing. Не знаю, или оставить в коллекции. Черт его знает. Короче, скорее нет, чем да. Причем очень даже скорее нет, чем да. То есть, опять же, может, тут реализована эта механика, как бы всего такого. Ай. Ну, да. Ладно, вы посмотрели, вы увидели, вам решать.
я пока что в глубоких раздумьях не о том, чтобы играть или не играть, а о том, чтобы вернуть деньги или не вернуть деньги. Вот в чем фишка. Уже не... Тут и даже речь не о том, чтобы пытаться там кого-нибудь приобщить к тому, стоит ли в нее играть или нет. Да, вот такие вот фрустрированные, смешанные мысли мои об этой игре. Ничего толкового я вам, конечно, не рассказал, не выдал сформированного мнения, но я думаю, вы по моему настроению уже поняли, что игра из себя представляет. Так что... Ладно, спасибо за то, что вы были со мной. Как говорится, лайки, подписки, комменты, донаты. Все, что в ваших силах. И адьос, товарищи. Увидимся в других играх.